Следующая сказка у нас «Гуси-лебеди». Добрый день, друзья! Жили-были муж да жена. Были у них девочка Машенька да сын Ванюшка. Собрались раз отец с матерью в город и говорят Маше: «Ну, дочка, будь умница, никуда не ходи, береги братца. А мы вам с братцем с базара гостинцев привезем». Вот отец с матерью уехали, а Машенька посадила братца на травку под окном и побежала на улицу к подружкам. Вдруг, откуда ни возьмись, налетели гуси-лебеди. Налетели гуси-лебеди, подхватили Ванюшу, посадили на крылья и унеслись. Вернулась Маша, глядь, братца нет. Ахнула она, кинулась туда-сюда. Нигде Ванюшки не видно. Кликала она, кликала, братец не откликается. Стала Маша плакать. Да слезами горю не поможет. Сама виновата. Сама и найти братца должна. Выбежала Маша в чистое поле. Глянула по сторонам. Видит, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Догадалась Маша, что эти гуси-лебеди унесли ее братца. Бросилась догонять их. Бежала, бежала. Видит, стоит в поле печка. Маша к ней. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» Видите, какая печка тут в поле стоит. А тут Машенька, которая братца искала. «Подбрось меня, дровец», говорит печка. «Тогда скажу». Маша поскорее дровец нарубила, в печку подбросила. Печка сказала, в какую сторону бежать. Бежала Маша дальше. Видит, стоит яблоня. Вся в румяных яблочках увешана. Ветки до самой земли клонятся. Маша к ней. «Яблонька, яблонька, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Стряси мои яблочки, а то все ветки погнутся. Стоять тяжело». Стрясла Маша яблочки, яблоня веткой потряхнула, подняла, ветки подняла, листочки расправила, Маше дорогу показала. Бежит Маша дальше и видит, течет молочная река, кисельные берега. Маша к ней. «Молочная река, кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели?» «Упал у меня камень», отвечает речка. «Мешает молоку дальше течь. Сдвинь его в сторону, тогда скажу, куда гуси-лебеди полетели». Отломила Маша большую ветку, сдвинула камень, зажурчала речка и сказала Маше, куда ей бежать надо, где гуси-лебеди спрятались. Бежала Маша, бежала, прибежала в дремучий лес. Стала на опушке и не знает, куда теперь идти, что делать. Смотрит, стоит под пеньком еж. «Ежик, ежик!» – спрашивает Маша. «Не видел ли ты, куда гуси-лебеди полетели?» Ежик говорит. «Куда я покачусь, туда и ты иди». Свернулся он клубочком и покатился между елочек, между березами. Катился, катился и прикатился к избушке на курьих ножках. Смотрит Маша, сидит в избушке, баба-яга, пряжу придет. А Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками играет. Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и побежала домой. Немного спустя глянула баба-яга в окно. «Нету мальчика!» – кинула, крикнула она гусей-лебедей. «Скорее, гуси-лебеди, летите в погоню!» Взвились гуси-лебеди, закричали, полетели, а Маша бежит, несет братца. Ног под собой не чует. Глянула назад, увидела гусей-лебедей. Что делать? Побежала она к молочной реке, к кисельным берегам. А гуси-лебеди кричат, крыльями хлопают, нагоняют ее. «Речка, речка!» – просит Машенька. «Спрячь нас!» – речка посадила ее с братцем под крутой бережок.
а гусей и лебедей спрятала. Гуси и лебеди Машу не увидели, мимо пролетели. Вышла Маша из-под крутого бережка, поблагодарила речку и опять побежала. А гуси и лебеди увидели ее, воротились, летят навстречу. Подбежала Маша к яблоне. «Яблонька, яблонька, спрячь меня!» Яблонька заслонила ее ветками, прикрыла листочками. Гуси-лебеди покружили-покружили, не нашли Машу и Ванюшку и полетели мимо. Вышла Маша из-под яблоньки, поблагодарила ее и опять пустилась бежать. Бежит она, несет братца, уж недалеко и до дома. Да на беду гуси-лебеди снова ее увидели. И ну за ней гогочут, налетают, крыльями под собой голову машут. Туго и гляди, того и гляди, Ванюшку из рук вырвут. Хорошо, что печка рядом, Маша к ней. Печка, печка, спрячь меня. Печка ее спрятала, заслонкой закрыла. Гуси-лебеди к печке подлетели. Давай заслонку открывать. Да не тут-то было. Сунулись они в трубу, да в печку не попали, только крылья Саши сажей вымазали. Все черные полетели. Потом видите, как печка, дым вышел из нее и на лебедей. Покружились они, покружились, покричали, покричали, да так ни с чем и вернулись к бабе-яге. А Маша с братцем вылезли из печки и пустились домой во весь дух. Прибежали домой, умыла она братца, причесала, посадила на лавочку, сама рядом с ним села. Тут скоро и отец с матерью вернулись из города и гостинца привезли. Вот такая история приключилась с Машей и с братцем. А это уже у нас следующая история. Мы посмотрим в следующем видео. Всего вам доброго, до свидания.